Рассрочка на 35 лет. Авиакомпания «ЮТЭЙР» представила кредиторам новый план реструктуризации задолженности на сумму в 31 миллиард рублей. Инвесторам предложено продлить займы на треть века под ставку в 0,01% годовых. Столь большой срок, по данным РБК, перевозчик объясняет ростом стоимости топлива, демпингом цен на билеты, дефицитом пилотов в регионах и высокой кредитной нагрузкой. Оставшиеся 44 миллиарда долга авиакомпания вернет в среднем на 20 лет быстрее. Ранее банки предложили свои условия сотрудничества с ЮТЭЙРом. В числе требований были, например, поручительство «Сургутнефтегаза», который ранее являлся акционером компании, и госгарантии от правительства Югры. Однако эксперты пришли к выводу, что юридически эти аспекты невыполнимы. Сейчас стороны ждут согласования нового плана реструктуризации задолженности пятого по размеру авиаперевозчика в России.